Что ж, ну а мы продолжаем. Так и здравствуйте, дорогие друзья, на связи Dragon Soul Play, и это метро 2033. У нас новый попутчик на спине. Чё? А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Ой-ой. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Я не знаю. Хотелось бы. Точнее, не хотелось бы оказаться там. Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Не бойся, я тебя не уроню. А вы спустите меня. Там остался. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему сама за своим сучком с вами пошла? Зачем я пустила? Да не бойтесь, граждан. Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти, спасибо, брат. Отпусти меня. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Саша, здорово. Если бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, мам. Ты нас всех заодно. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ну ладно, возьму. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Спасибо. Спасибо, мужики. Да, немножко, конечно, нелогично серию завершил, но ладно. О, тап, новая заметка. Она предлагает мне патрон за то, что я спас ее ребенка, как будто я мог поступить иначе. Но то, что раньше казалось естественным, сегодня выглядит странно. А то, что раньше казалось уродливым, сегодня никак никого не удивляет. Что делать? Отказаться от вознаграждения, бить счастливую мать? Принять ее и признать, что вытащил из пекла ребенка просто ради денег? Это раньше человеческая жизнь. Жизнь ребенка была бесценной, за нее нельзя было заплатить. А сегодня цена есть у каждого из нас. Те патроны, которые мне предлагают за спасение этого малыша, хорошая цена. Цена жизни простого человека – одна пуля. Ровно столько, сколько нужно, чтобы отнять эту жизнь. Черт. Да. Печально, конечно, все это. Но мы продолжаем с вами. А что тебя можно купить, кстати? Аптечки надо купить. Вот это возьми, пригодится. Помогает от всего. Это полезная штука. Бери, бери. Тебе спасибо. Ага, тюнинг. Глушак можно поставить. А хотя зачем мне глушак? Увеличенный магазин. Или лазерная целеуказатель. Он, в принципе, стоит, поэтому... Да, ставим, пожалуй. Оптика X2. О, это не надо. Во, а тут что можно тюнинговать? Приклад можно поставить. Двоянный лазерный прицел. Цевьё плюс приклад. Обмен. Что можно обменять?
ВСС. Убойник. Калаш у меня есть. ВСВ. И совсем немного осталось. Тихарь. Да. Спасибо. Просто. Берешь и стреляешь. Спасибо. Оптика X2. Пойдет. Вот на него глушак поставим. Вот так. Так. А тут что можно оттюнинговать, кстати? Не, у нас тут все есть. Глушитель дробовика. Удлиненный ствол. Так. И, ну, прицел. В принципе, прицел незачем. Что у нас тут? Глушитель, удлиненный ствол. Спасибо, мужики. Бывайте здоровы. Проходите. О, какие вежливые. Спасибо, ребятки. Говорится, сезам, открывайся. Прощайте, мужики. Спасибо огромное. Холодно. О, старт новой главы. Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Так мы это сделаем. О! О, кто-то тут умер. Ну давай. Я не красный, но... Я тебя прижал, ублюдок, иди-ка сюда. Падай. Так, аптека. Все. Никого не забыл. Всем, вроде бы, еще я сегодня щедрый, поэтому ни про кого не забыл. Фашистские дряни. Что-то быстро фильтр меняется. О!
Братан, конечно, спасибо за предложение, но я откажусь. Тем более я натурал. Райх. Так, вперед. Все, патрончики сейчас все наберем. О! О! Так. Тап, новая заметка. Так, нам куда? А, ну пойдем правильно. Ничего найдется. У меня на мутантов чутье. Ну давай, чутье у тебя. О, сейф прошел, отлично. Ладно, поехали. Куда нам дальше топать? Сюда. Погреемся. Схрончик у вас тут, ребятки. Ладно, погнали. Так, значит, нам сюда. Улетело? Улетело. А, вот где оно. Да блин, что-то фильтры вообще быстро меняются. Может, конечно, и крысы. Почудилось. О! Я нормально, я такой стою, перед ним кнопки перепутал. А он такой, ну, братан, ладно. Такой, я тебя прощаю. Так. Ну вот здесь же. Точно здесь. Вау. Пацаны. Лови сюрприз. Ладно, по-тихому не получилось, впрочем, как всегда. Как говорится, получай, фашист, гранату. Фашисты. Чё у вас тут еще спрятано?
Так. Ха, не сжигается. Странно. Ладно, фонарик стоит лучше выключить. От греха подальше. Да. Что фильтров на всех не хватит. О, выбрались. Ну, сюда? Нет, не сюда. Там сюда, наверное. Тоже не сюда. Ладно. Так, что-нибудь есть? Нету. Какие вы подозрительные типы. О, патрончики. Вас тут можно обойти. Неплохо, неплохо. Я наверх не полезу после того, что случилось с сержантом. Вот твои слова, командир тебя расстреляет без разговора. У него все по правилам. Думаешь, эта крылатая бестия тоже подчиняется приказам господина офицера? Хороший вопрос. Потеряли. Все, больше нет никого. Всех поубивал. А тут? Где? Ну где эта свинья зарыта? Я здесь, не надо обзываться. Давайте будем взаимовежливы. Блюдок ты такой. А я здесь. Как куда идти-то? Где же вы? Хороший вопрос. Все, готовый. Не спать. Давай сюда вперед, пушистый. Как только к вам спуститься. Ты тут стоял? Или не тут? Не тут. Так. Идти нам, значит, сюда. Потом сюда. Потом что, в окно? Нет, не сюда. А! Нет! Видите его? Я тоже нет. Может, и не было никого. Спасибо, мужик, за подгон. А тут?
Ну-ка. Да как вас найти-то? Мне надо как-то выйти туда. Как? Я не пойму, как. Да опять заново. Затишкин ты мой, ахай. Да заново, да, опять. Спасибо. Так. Все. Погнали. Ладно, давай-ка залезем на крышу. Как считаешь? К чертям этот странный передатчик. Я наверх не полезу после того, что случилось с сержантом. За твои слова командир тебя расстреляет без разговоров. У него все по правилам. Думаешь, это крылатое бестие тоже подчиняется приказам господина офицера? Ага, можно их обойти даже. Что? Кто нет, ты? Так. Фашисты. Все. Ну где она тут шуршала? Где? Ну понятно. Так, ну-ка. Крысы какие-то мятежные. Может, конечно, и крыса почудилась. Месяц. Всего месяц остался. А потом онкера дадут. Месяц. А потом уже не торчать на постах. Вроде со слухом у меня порядок. Вылежи шаги. Горело, зараза. Интересно, в этом стыке лампочки есть? Хорошо бы. Так. Теперь куда? Кто это еще? Что? Давай, что зайди же сюда. За мутант может шастать? Постоять спокойно не дают. Непонятно. Что? Вроде отсюда слышу. Ну вот здесь. Лежать, же. Отдыхать. Точно здесь. Вылежи шаги. А теперь их нет. Тревога! 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 Убитый! Тревога! Красные идут! А тут не красный, тут я один просто все трупы складирую в одно место. Ну-ка, давай. Нету. Правильно, потому что я где? Я здесь. Где? Ну где же эта свинья зарылась? Я здесь. Я туточки. Все. Где тут? Наверх? Эй, там кто вроде такое? Кто-то шорох. Кажется. Интересно, что это там? Ага.
Так, погоди-ка, мы спустимся вниз. Тут был мужик. Спасибо. Ты ничего не слышал. Ты никого не видел. Уходи отсюда, видишь, я на тебя смотрю в упор. Ну вот здесь же, точно здесь. Да уходи ты отсюда. Шевелилась ведь. Точно шевелилась. Отдохни. Потери! У нас потери! Все. Вот и вы готовы, ребятки. Ух. Ятишкин Малахай. Чё? Кто-нибудь еще желает получить порцию свинца? Думаю, таких желающих больше нет. Ого, как высоко-то. Высоковато. Так, куда теперь? Вперед. Вот сюда. Вот сюда надо. И сюда. Что, этого демона замочить надо? Так. О! Отпусти! Дрянь. Не стоило в него палить. Ладно, много умираем, зато опыт получаем. Значит, это мы не трогаем. Просто улетит отсюда. Тап, новая заметка, форпост. Фашисты спешили сюда, чтобы покончить с защитниками проклятой. Они даже не хотели потерпеть дождаться, пока за них это сделают монстры. Конечно же, все ради станции, ради жизненного пространства. Вот только беда, кем заселить станцию, которую они освободят? Метро родится так мало детей. А те, кто успеет вырасти, по пальцам можно будет пересчитать. Сухой говорил мне... Раньше в одной только Москве жили 15 миллионов человек, а теперь нас осталось всего 50 тысяч, и в метро может быть на всей планете. Но мы продолжаем убивать друг друга с таким упоением, будто бы нас все еще миллионы. А 6 миллиардов человек, которые жили раньше на Земле, остался только пепел. Пепел и пыль. Они лежат вокруг нас, хрустят под нашими ногами, притворяются песком и глиной, снегом и грязью. А мы проливаем их пепел свежей кровью. Будто надеемся, что на такой земле может что-то вырасти. Хороший вопрос. Надеемся, что что-то все-таки... А.
О, вот ваш... ваш передатчик. Честь Максиму Комарову отдать, просто отдать. Так, теперь куда? Вперед. Топать. А больше туда никак и не пройти. Так. Так. Да. Прыгни ты сюда. Так, а тут, ну, идти-то, собственно говоря, и некуда. Да блин, опять ты эта дрянь! Fuck you просто. Как? Опять она опять. Опять просто она за мной гонится. Так. Так, ладно. Обратно топать. Блин, он опять здесь.
туда, что ли? Я туда не хочу. Так, сюда же нам. Ну, как бы по карте сюда показывает. Так, где? Куда и кого? И что? Идти. Что-то дрянь летает, ну как всегда, короче. Так, ну, мы идем опять. Просто тот же путь повторяется, и хрен знает, что происходит вообще. Твою-то мать. Стоять. Что? Ага. Мы обратно пришли на то же место, откуда и, собственно, и начинали. А, не. Шора? Что такое? Кто? Шора. Не показалось. Сюда! Сюда! Вау, 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 вау! Я не красный. И вообще, я вообще нейтралитет. Я тут вас убиваю, потому что вы тут начали. Прижал! И... Держи! Ой! Лови! В итоге я кинул тебя. А? Не знаю, зачем я это сказал. Так, а, отлично. Шо, пацаны? Как дела у Рейха? Ладно. Так, теперь куда? Собственно говоря, уже все тут осмотрели. Поэтому вперед сюда. Опять фашистов. Ладно, хватит уже всех мочить, я так думаю, поэтому. Краш, чекпоинт прошел, поэтому все ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До скорой встречи, ребятки. Всем пока.